хрени не делать. Что, снимаешь, да? Да. Короче. Почти полпути до Ростова. Даже, может, больше ехали. Была вибрация дикая. Слышно? Вот, короче, была дикая вибрация. От 100, ну, примерно от 120, да, километров в час. И на маленькой скорости что-то такое чувствовалось, тоже чувствовалось. Вот. Собственно говоря, ехали-ехали, думали там, что спереди там у нас была покрышка с грыжей. Купили в Ростове две покрышки наперед. Вот. Ну, там все, сделали балансировку на них там. Но, короче, сейчас вот отъехали. Вот. Все равно вибрация на 120. Давайте сюда. Дальше крутану. Сразу видно, какая-то фигня там идет. Там видно, нет? Что-нибудь. Короче, теперь мы делаем вот так. Сейчас я прям фокус-покус покажу. Называется доездились. Ну просто чисто методом тыка почувствовали то, что справа вроде какая-то вибрация идет сзади. И вот на это колесо обратили внимание, оно же было лысым. Почти. Но пока еще все тут давление есть хорошее. Сейчас, хочу быстро. Хорошо, что запаска есть. Дорогу, конечно, можно найти какой-нибудь шиномонтаж, купить шины. Но я думаю, что... А они одинаковые? Ну, надо купить два. Две шины. Сразу. Ну это опять тоже там порядка 3-4 тысяч. Ну а по-любому покупать, куда деваться-то? То есть это в Воронеже можно где-то заехать, купить. Потому что сейчас на зимний ехать, конечно же, скачь. На одной зимней. А если с грыжей? И смотрим мы сюда, что получилось. Получилась вот такая фиговина. Жесть вообще. Просто в хлам. Это только на одной стороне или по всей? Это только на одной стороне. Жесть вообще прям. Чуть-чуть, осталось чуть-чуть совсем. С той стороны вроде нормально. Сейчас тоже проверим. Ну все, наверное, включай. Сейчас зимний.